В Видном прошла очередная акция по раздельному сбору бытового мусора. Такие мероприятия в городе уже много лет организует экоактивист и руководитель движения «Видное» за раздельный сбор отходов Венера Тарасюк. Перевоспитать взрослого человека очень тяжело. А вот заинтересовать ребенка, который чистый, открытый, не видит ни в чем подвоха, и он понимает, что так и должно быть. Мы не должны мусорить, мы не должны ухудшать нашу планету. И они это воспринимают информацию намного проще. Женщина работает учителем химии в Видновской школе номер 5. Своим примером и рассказами на уроках она приобщает учащихся к теме осознанного потребления, переработки и вторичного производства. Некоторые из ее учеников вышли на акцию в качестве волонтеров. Здесь волонтеры помогут, опять же, распределить мусор, подсказать, что где находится, что как выкидывать, что ни с чем нельзя путать. И, в принципе, вообще помочь вам правильно утилизировать мусор. Жители округа узнали о времени и месте проведения мероприятий из социальных сетей и активно несли отходы на пункт приема. Пластик, бумажные изделия, полиэтилен, батарейки – всего около 50 фракций были распределены по отдельным мешкам. Но я считаю, что нужно правильно сдавать отходы, вторсырье. Чтобы перерабатывать, это важно для экологии и важно увеличивать количество людей, которые этим занимаются. Когда я вижу, что люди выносят по 4 мешка за день, из них все течет, все это вперемешка, потом все это гниет на свалках и подвергаются еще воздействию несчастные животные, у меня это просто сердце, честно говоря, разрывается от этого. То есть посчитать, что только каждый человек выносит просто на свалку каждый день, это просто немыслимый вред планете. После окончания акции все отходы отправились на сортировку и переработку. В дальнейшем из них произведут одежду и обувь, строительные материалы, контейнеры, упаковку и многое другое. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.